хорошие, всем здрасте, вы на канале «Пиратская жизнь». На дворе ночь, полночь, а что делают пираты? Конечно же, готовят себе ужин, да-да-да. Слушайте, я все-таки хочу сварить вот этот вот суп с горохом. Потому что, блин, уже времени хрен знает сколько, мы тут пока туда сходили, пока сюда сходили. Вон тут зашли в магазин, так, что-то у меня тут под ногами-то. Так, надо полы уже мыть. А, у меня крошки, понятно. Чувствую, что там шкваркает. Так, смотрите, мы тут еще взяли вот такой вот кальмар. А Ван выключил, стоял с такими глазами. В общем, взяла ему кальмара. Так, масло надо в морозилку. А Ван бросил, блин. Достал и бросил. Так, убираем маслице наше в морозилочку. Она здесь отлично у нас хранится. Блин, она уже мягкая. Здесь, кстати, одну мягкую оставлю. Очень будет вкусно. Там бутербродики делают. Что-нибудь такое. Вот, один вот здесь, другой там. Вот, кстати, взяла вот эти вот сырки. Бою Александр. Сейчас компот допила. Ой. Кто-то меня вспоминает. Бою Александр. Вот, очень, кстати, было недорого. Что-то, по-моему, 47 или что-то такое. Вот я взяла 4 штучки. Вот, конечно же, Ваван выключил сардельки. Масло 79, я вам уже показывала. Квас вот такой вот взяли. Так, здесь у нас БПшки. Знаю, что-то мне так захотелось БПшку завтра сожрем. Вот, на ужин, так сказать, я себе закину пачку. Да, будем под какой-нибудь сериальчик. Мне очень нравятся, знаете, вот эти вот, как его, ну, вот такие вот, зигзагообразные. Я не помню, как картошка это называется. Они, по-моему, самые вкусные. Вот такая вот у нас колбасочка. Ну, я вам уже, в принципе, все показывала, ну, так еще раз. И вот это мне нравится, знаете, с сыром. Вот это вот чипсы. Это, знаете, вот так берешь чипсину, макаешь в этот сыр. Не макаешь, а вот так вот скрябаешь. И, блин, это очень вкусно. Он с компотиком. В общем, короче, как всегда жрём-с. Как всегда жрём-с. Так. Яйца вон тут что взяла. Десяток. Кстати, яйца у нас недорогие. 73 рубля. Вот. И, в общем, короче, сейчас ставлю... Что там произошло? Сейчас ставлю вариться горох. Вместе, наверное, с ножками. У меня здесь ножки. Так, где мои ножки? Ножки! Вот такие вот у нас копченые ножки. Будут у нас копченый суп. Точнее, не суп копченый, а суп гороховый с копченостями. Вот. Угу. Вот. Плюс мы еще хотим в духовку сейчас поставить бедрышки куриные, чтобы они у нас там как бы пожарились. Вот. Обмазать их майонезиком, специями там вкусненькими, чесночка загнать под кожу. В общем, будет белиссимо. Так что такие дела, да, времени уже много, но готовить тоже надо. Что-то у нас сегодня целый день, знаете, туда-сюда бегаю. Вот, что-то я стояла очень долго, заполняла вот эти вот документы по поводу курток. Ну, я очень надеюсь, что они как бы там вернут деньги, очень бы хотелось. Вот, потому что, ну, честно, как вот девушка сказала, что вот у Колумбии очень испортилось, так сказать, качество в этом году. И очень много, она говорит, обращений, да. Ну, в общем, сейчас все поставим. Будем готовить, что поболтаем. Я тут последние сплетни обсуждала с одним человеком. Ну, девочки, я, конечно, в шоке. Я, конечно, в шоке. Как так можно? Ну, как так можно? Да. Ну, я думаю, вы поняли, про что я. Я в шоке. Но, к сожалению, как я всегда говорила, что YouTube – это работа. К сожалению, на шару здесь не прокатывает. Так, ладно, все, сейчас поставлю, потом еще поболтаю. Просто подойди ко мне так, ты просто подойди ко мне так, ты просто подойди ко мне так, да мне так. Ребят, ну что, у меня уже тут все, смотрите, закипает. У меня здесь сразу и горох, и ножки. Я уже начистила тут, короче, две морковки. Как я вам уже говорила, мы с парень не нашли морковь, прикиньте, просто нету. Две картошечки, вот такой перчик, чтобы был вкусно, мы делаем... гороховый суп с перцем, с морковью, с зажарочкой. Сейчас пеночку я сниму, нам она не нужна. И все. Сегодня вот что так затормозили-то? Потому что очень много было работы. Очень много было работы с YouTube-каналом. Я сейчас еще, грубо говоря, устроилась на дополнительную работу. У меня же теперь еще и дзен, и рутью, понимаете? Везде нужно успевать. Как говорится, на одной работе не плотить. Приходится работать на другой. Вот. А кто нам там пишет, что ой, работа, что у вас тут такого?
сели, пожрали, включили камеру. Нет, ребятки, на самом деле очень большая работа. Причем работа, она кроется за кадром. Когда ты работаешь с комментариями, когда ты работаешь со зрителями. Вот. Понимаете, очень много на самом деле работы. Кстати, хотела бы передать привет Косточке и Белле Визави. Да, они вроде, я не знаю, как их, кому их отнести, к хейтерам, либо к нашим зрителям. Очень такие иногда едкие комментарии, но с другой стороны, знаете, за что я ценю своих зрителей? За то, что когда мне нужна помощь, действительно нужна помощь, мои зрители всегда приходят мне на помощь. И они готовы за меня сражаться. Да, так что, девчонки, огромное вам спасибо. Ну, а насчет того, что YouTube, понимаете, он дает возможности всем. И кто-то использует тот шанс, который тебе предоставлен, а кто-то его просирает. Понимаете, я уже несколько раз говорила, что тут нужно держать ухо востро. Ситуация, политика, очень быстро все меняется. Правила очень быстро меняются. Постоянно нужно все отслеживать, нужно все держать под контролем. Вот, и вот сказать то, что я свои деньги, которые я получаю их на халяву, ну, это, знаете, прямо оскорбить. Это все равно, что я скажу, ой, ну, а что ты тут делаешь? Ты просто взял, разрезал человека там или еще что-то. Вот, или портному сказать, ой, ну, тут можно шить-то раз, два, три, обчелся. Вы никогда не знаете всех нюансов работы, которая кроется, да? То есть даже банально, когда человек выучивается на ту или иную профессию, это очень тяжело, очень сложно. Потому что любой труд, будь то блогерский, будь то не блогерский, многие просто не понимают, что это такое блогерский труд, да? И зачастую его понимают только те, кто, да, окунается. Вот. И ты ходишь каждый раз по такому, знаете, тонкому льду, а вот, и чтобы, грубо говоря, не обосраться, это очень сложно. Вот. Проблемы подстерегают тебя на каждом шагу. И очень много злых людей, очень много завистливых людей, которые просто хотят тебе сделать подножку, которым вот, ну, просто вдруг ты не понравился. И вот нужно каждый раз, понимаете, вот балансировать, каждый раз как-то находить компромиссы. Вот. Тем не менее, не озлобиться, да, как-то вот, не знаю, не ожесточенно-сердиться. Мне там вот одна женщина писала, Нина, как выдерживаете столько вот хейта? Понимаете, я человек, как вот я сегодня сказала, очень отходчивый. Да, я побесюсь, позлюсь, выскажусь, прорусь, прокричусь, и все. Я снова огурцом, я снова люблю весь мир, я снова всех люблю. Особенно, когда покушаю. Вот, я сразу добрая становлюсь, хорошая. Вот. И плюс проблемы, знаете, я каждый раз возвращаюсь к этой теме, когда говорю, что нервы, да, которые мы тратим на все это дело, они нам делу не помогут. Нужно холодный ум. Вот. И опять же повторюсь, YouTube – это работа. Блогерство – это работа. Очень много нюансов. И мало кто выдерживает этот темп, мало кто выдерживает вообще все вот это, вот то, что на тебя накидывается. Даже чисто психологические проблемы у очень многих начинаются. То есть, ну, многие не справляются даже вот с этим хейтом и так далее. Я сама, у меня были проблемы поначалу. Сейчас, благо, слава богу, все наладилось более-менее. Я как бы пришла к дзену, вот, в прямом и переносном смысле. Вот, так что такие дела. Ну, а тот, кто опустил свой шанс, ну, может быть, второй шанс будет, так сказать, использован уже мудрее, скажем так. Вот, и, соответственно, вот. Но я уже говорила, что я постараюсь всячески свой шанс, который мне дал Бог, который дали вы мне, то есть тратя на меня свое время, я считаю, что я постараюсь не просрать. Да, меня очень иногда обижают комментарии, которые иногда пишут, да, но по сути, я уже говорила, я человек добрый по натуре, всепрощающий. Вот, и надеюсь, мы с вами будем дальше сотрудничать в плане того, что вы меня смотреть, обсуждать. Но, опять же говорю, ребят, если вы пришли чисто как-то, не знаю, поржать, оскорбить, не удивляйтесь, пожалуйста, что ваши комментарии, они как-то пропадают, вы их блокируетесь. Да, я на своем канале и так уже слишком много допустила. Вот, и больше я не хочу допускать этого. Потихонечку, полигонечку, как вот с Ромой мы говорили. Рома, кстати, если пишете, огромный привет.
Вот. Будем чистить, да, будем избавляться от токсичных людей. Я хочу, чтобы у нас канал был веселый, позитивный, да. Ну, а кого плохое настроение? Я надеюсь, что если вы выскажетесь, и вам станет немножечко легче. В принципе, блогеры для этого и, может быть, делают свои блоги для того, чтобы, может быть, кому-то станет чуть-чуть легче. Так, в общем, короче, я пеночку свела. Сейчас у меня здесь потихонечку все варится. У меня там сразу и горох, и курочка. Все это вместе. Курицу потом мы вытащим, мяско оторвем. Да. Сейчас надо Вована затошить. Дочищу сейчас чеснок и помою бедрышки. Да, и будем отправлять. Ну скажите, я зайка. Ну скажите, я зайка. Ну я самый лучший блогер. Я считаю, я себя... Я самый лучший, да. Я самый лучший. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Помните, как это? Я самая обаятельная и привлекательная. Все зрители меня любят. Все мне ставят лайки, пишут добрые комментарии. Все на меня подписываются. На Яндексе, на Дзене, на Рутюбе. Вот так. Так, пошла Вована дергать. Вован, я просто ржу и плачу. На, убирай. Взял сардельки, говорит, я буду жрать сардельки. Видите? Дальше. Кушать сардельки. Господи, что за человек? Сказал, сейчас домой приду, съем сардельки. Типа это, я говорю, зачем тебе сардельки, у тебя и так есть. Он говорит, я домой сейчас приду и буду их есть. Да. Давай только не пачкай. Ты жадничаешь. Я жадничаешь? Да. Он у тебя должен... сарделька висит. Сардельку ему надо. Что за человек-то, а? Давай режь. Блин, мы что, ночью будем опять там в 2 часа ночи, блин, кушать-то? Еще варится. Так а ты хотя бы порежь, подготовь. Я думаю, наверное, крышку надо закрыть. Ой, немножечко подбулькала. А то что-то нифига не булькает, девочки, нифига. Надо крышкой зафигачить. Правильно, чуть-чуть оставить. Она немножечко варится. А то я тут кондей включила. Что забыл? Сейчас почищу. Я вот тебе подготовила. Вот это две, короче, морковки. Все. Че? Человек, измученный сарделькой. Ножичек, да? Ножичек, да. Человек, который, вот, ребята, в общем, если вдруг мы с ним расстанемся, и если вы захотите, чтобы мы, как он вам рассказал секреты все про меня, засылайте ему сардельки, он вам за сардельки все расскажет. Сейчас. Что, за сардельки не расскажешь? А за колбаску? Нет, ты не сдашь меня? Ты не сдашь? Я себя буду. Ты с меня будешь сардельки тянуть? За то, чтобы молчал, да? Да. Не, подожди. Ну ты же сказал, что ничего не расскажешь. Будешь все мне. Да? Обеспечивать. Я тебя буду обеспечивать? А то... То есть, это, знаете, это когда муж с женой разводится, да, вот, муж содержит жену, там какое-то содержание ее устраивает, это... Что-то у меня получается в районе же как жена, что ли, себе будешь вести? Я тебя буду пожизненно это... При разводе надо будет подписать пожизненное обеспечение сардельками, да? Да. Ты согласен подписать брачный договор? То есть мне все остается, холодильник, а тебе достаются пожизненное обеспечение сардельками. Нет, нет. Холодильник тебе? Нет. У тебя рожа не треснет? Господи, человек сардельки жрет. Не могу просто. Так, ладно, пошла. Потищу чеснок. Счастливый, довольный. Дай у тебя хоть откушу сардельку. Может, она такая вкусная? Вкусненько. Может, я доедаю? Я тебя доем. Вон и делать мне. Вот так и живем. Смотрите, какие люди. Ой, а, ну да, я вам уже показывала. Он же сардельку тут нажал. Что-то у меня с памятью, девочки, вообще хреново стало. Старею, понимаешь? Так, смотрите. Я намыла курицу. У нас, оказывается, не 6, а 7 бедер. Вот. Вроде все промыла хорошенечко. Удалила там всякую фигню. Вот. Сейчас Вован режет картошку. Он уже нарезал перец у нас. Вкусный люк. У меня здесь все варится, все хорошо. Буль-буль-буль. Я сейчас буду делать свои морковки. Сейчас мы их потрем. Наши морковочки. Слушайте, вот реально вспарить приходишь и вообще нет моркови. Обалдеть. У нас, походу, кризис моркови начался, да? Вот так вот. Такие дела. Вот.
Вот, насчет, кстати, это Ютуба, что хотела сказать. Знаете, есть такая фраза: тише едешь, дальше будешь. Я вот, знаете, зачастую даже очень рада, что у нас канал такой небольшой, не самый крупный, да, то есть у нас не так много подписчиков. Вот, но мы тихо, спокойно, планомерно идем. Я никогда, знаете, поначалу, конечно, у меня были такие мысли: ой, как я хочу большой канал, кнопка от Ютуба, там, ля-ля, тополя. Сейчас же я понимаю, что, знаете, есть выражение: маленькие детки, маленькие бедки. Большие детки, большие бедки. Вот как легко взлетаешь, так же можно очень сильно упасть. Поэтому я даже рада, что у нас маленький канал, что у нас все, как говорится, как по-семейному. Вот. Уже у нас с хейтерами некоторыми прям сроднились. Они уже не могут без нас жить, они уже там по десятку комментариев этих аккаунтов делают. Вот. Мне, кстати, их сдают. Да, спасибо большое. Вот, тем, кто замечает особенности написания комментариев. Вот. Ну, я говорила, что я некоторых личностей просто не хочу видеть на канале. Кому-то я что-то прощаю, кого-то я допускаю. Вот. А кого-то я видеть не хочу. Ну так, так что давайте без оскорблений. Как говорится, вы немножечко там над нами прикалываетесь. Мы вам даем повод. Вот, Вовка тут старается сардельки кушать. Как говорится, мир, дружба, жвачка. Мы вас развлекаем. Вы нам, так сказать, рукоплещете. Так, ладно. Сейчас натру морковку. Тут у меня все варится. А Вован у нас занимается курочкой. Курочкой. Ты все-таки хочешь порезать его просто? Он хочет его просто порезать, чеснок. Вот, и под кожу запихать. Только ты знаешь, что ты ее там вот в тазике. Блин, опять мота забыли купить. Ну что за фигня, а? У меня голова реально прям какая-то. Я говорю, слишком много всего держу в голове. То есть у меня сейчас и Рутюб, и Дзен. У меня уже глазик он дергается. И Ютуб. И везде надо успеть. Здесь, там, сям, везде в голове держишь. Кто говорит, что Ютуб не работает? Ну, еще какая работа. Так, Вован у нас полностью уже подготовил наши бедра. Загнал туда кучу урезанного чеснока. Что тебе надо? Силь. Силь? Силь. На тебе. Ой, силь. Кстати, соль пока есть. Сейчас, знаете, в магазинах все имеется. Ой, а что ты не убрал перья? Вон, смотри, сколько перьев. Да, да, да. Ну-ка, повыдергивай. С хвостов. Я что, буду есть с перьями? Да. Чтоб, ну, серьезно, выдерну. Смотрите, сколько всякой бяки. Это курица. Вот эта вот линтовская курочка. Такая себе. В общем, он сейчас будет тут бодяжить, мариновать. Это все дело. Вот, а я тут буду пока что обжаривать лук с морковочкой. Для нашего горохового супчика делать зажарочку вкусную. Потому что должно быть все вкусно и приятно. Смотрите, какая красота получилась. У нас морковка, у нас желтый перчик. Ой. Кстати, там уже варится все очень хорошо. Чем дольше будет вариться, тем лучше. Хотя горох у меня практически сутки простоял. Сутки. Так, я тебя прошу, пожалуйста, там, вон, вот у этой вот, убери из хвостовой части эти штучки. Так, сейчас надо все вытащить. Морковочка у нас уже разогревается, а вон тут все с травами экспериментирует. Да я немного тут. Кайфует, хватит. Сейчас еще немножечко майонезик туда, сразу все обмазать, это все дело, и прям положить в духовку. Вот у нас все это жарится. Ароматные травы, ты видел, сколько стоят они? 92 рубля. Вообще, слушайте, цены просто прям с ума сойти. У меня тут уже зажарочка вообще готова, сейчас достану ножки. А шафран дал сколько стоит? Шафран? А сколько он, кстати, стоит? 66. За, блин, 20. Мне кажется, проще съездить в Турцию и купить там шафран. Да, продавать. Я бы, да. А лучше, знаешь, что в ресторане отеля набрать там шафрана домой на халяву. Лайфхак. Так, давай майонезиком, бодяж. А, подожди, надо сначала это... Потом. Не потом, сразу. Бодяж, да. Ну, бодяж, да, 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 да. Бумажку. И вот здесь, ну, пальцем макни. Правильно, давай выкладываем. Сейчас оно все зажарится. А когда седьмое, куда ты вставишь его? Надо как-то внахлёст немножечко, вот попробуй вот здесь вот. Покомпактнее, Вов, давай чуть-чуть покомпактнее. А то разошелся. Ну и что, давай вот посередине вообще его положим. Покомпактнее.
Что тебе компактный? Ну вот, вот эти вот внахлёст. Встал с три. Три. А куда ты их вставишь? А ты хотел еще маленькую противень сделать. Тоже, блин, ума палат. Прикиньте, хотел маленькую противень. У человека нет пространственного мышления. Есть у меня все. Есть у тебя все? В мечтах. У тебя все есть. У тебя все было. Дорогие мои, у нас горох почему-то очень плохо расходится, поэтому мы делаем так. Применим блендер в современной технологии. Он немножко подварился, да. Стал мягкий, да? Но еще не разошелся. Да-да. Во. Уже аккуратненько его пробить. Во. И он будет помягче. Да-да-да. Пюре. Да. Потому что, видите, вот такой вот горох плохо расходится. Да. Сейчас у нас вот будет вот такой пюреобразный суп. А курочка у нас отправляется в духовочку. Все. У нас как все. Все кипит, все старается, все прям вообще. Целый вечер на рынке, лайки с вас хочу. Мои хорошие, лайк дай. Смотрите, как получилось здорово. Горох у нас, видите, полностью пробился. Я уже добавила картошку. Потому что в противном случае, знаете, вот современный горох, он что-то плохо очень так расходится. И лучше его немножечко блендером пробить, чтобы действительно получился суп-пюре. И вот мы с Вовчиком прошлый раз еще, когда делали, тоже такой лайфхак заметили. Решили так же делать. Зажарка у меня уже готова. Перчик у меня тоже уже готов. Вон самая вкусная часть. Разбор ножков. Кожа. Нам мне косточки все равно потом достанутся. Ну что, вот. Разбирать. А мне кажется, даже можно не это, прям так кусками бросить. Я хочу тоже. Чтобы были крупненькие, хорошие кусочки. Незачем резать. Чтобы прям взял кусочек и почувствовал. В общем, у нас сейчас закипает. Пеночку снимаем. Отправляем перчик. Отправляем зажарочку. Курочка у нас уже стоит. Все. Красота будет. Еще какие ароматы гуляют. Ну, сказка, сказка. А мне самое вкусное досталось, девочки. Обладает мышцы. Обожаю. Просто обожаю. Кайф. То хорошо работает, то хорошо ест. Учись, студент! В общем, смотрите, у нас практически уже все готово. Эти все закипают, перчик уже добавили. Смотрите, какая прелесть. Получается. Во. Видите, супчик такой, да? С мяском, с курочкой. И такой вот именно получается суп-пюре. Сейчас туда еще добавим лаврушку. Добавим вот сюда зажарочку. Вот, укропчик, конечно же. Курочка у нас здесь стоит, запекается, зарумянивается. В общем, будет все очень вкусно. Ребятки, уже добавили соль, перец. То есть, в принципе, ничего сложного. Горох советую пробивать, потому что горох у нас сейчас вот такой. А вот, все. Сейчас мы довариваем, доготавливаем и будем ужинать. Я уже устала, как собака. Но зато у нас теперь есть еда на целую неделю. Всех люблю, всех целую. Увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока-пока.